Yep. Guck mal, ich hab schon zugeschlossen. Wie ist das vorne? Weil der hinten schon zu ist, ne? Ja. Kann ich ein bisschen noch kurz Video? Ja, mach. Dankeschön.
Так, вот, снял я ее все-таки снутри, с горем пополам попал. Правда, орган уже закончил играть, немножко опоздал, но ничего страшного. Дело в том, что здесь много обновлений, изнутри это очень хорошо видно. И, скорее всего, вот эта вот пристройка тоже свеженькая слева. С южной стороны. Но здесь что интересное просматривается вокруг этого здания. Возможно, конечно, это позже здесь выкопали так. А возможно, используют старое. В общем, здесь вокруг всего здания вот так. Тут окна идут. С этой стороны окна. Вот здесь маленькое окно. Чуть-чуть остаток. Здесь, как всегда, как везде, в общем, решетка закрыта. А с другой стороны тоже вход. Сейчас обойду вокруг ее и еще по кругу. Довольно немаленькая она, хотя изнутри как-то смотрится гораздо меньше, чем снаружи. Снаружи намного больше выглядит. Вот эта вот восточная тоже сторона с такими окнами огромными. Изнутри я их уже показал, теперь снаружи. Так, там было три, и здесь раз, два, три, похоже, четыре, да? Итого 8, 11. Опять цифра 11, в доме тоже было 11. Вот это северная сторона. Андреас Кирхе, да, по-моему? Что-то там такое было написано. Название я особо не запоминаю. Потому что и так места не хватает на немецкие слова. Дверь замурованная. Ну и что тут еще подозрительно мне? Чему я показал там подвалы сейчас момент. Дело в том, что с этой стороны центральная дверь, основная, через которую я зашел, кстати. Людей много выходило, поэтому я не стал снимать. Сейчас ее уже закрыли, я вышел с другой двери. Она как-то очень глубоко, эта дверь. Вот эта вот. Слишком она для такого сооружения очень низкая. Очень низкая. Вот его высота. Окно, посмотрите, какое. И высота. И дверь. Никак не вписывается, но она буквально тут вот посередке. Сейчас я подойду поближе. На сколько сантиметров? Ну, на 30, наверное, выше меня. То есть больше чуть-чуть 2 метров. Ну, здесь сделали в данный момент ловушку под мусор. Не знаю, может быть, что-то тут и было. Но все-таки дверь выглядит очень подозрительно маленькая. 1298-1985. Это что? Сейчас приближу. Видно, не видно. Мне не видно на мониторе. Вот так. Вот сейчас точно будет видно. Так проведу. Ну, на сегодня, пожалуй, все.